Всем привет! Продолжаем путешествие по картинам, смотрим художников. Томас Седден, британский художник, пейзажист, ориенталист, представитель прерафаэлитизма, был другом Данте Габриэля Россетти и Джорджа Прайса Бойса. Родился в семье столяра-краснодеревщиков, имевшего предприятие по изготовлению мебели. В 1842 отправился в Париж для изучения техники декорирования мебели. Вернулся на родину, стал работать проектантом на мебельной фабрике отца. Переломным в творчестве Седдена стало путешествие в Египет в конце 1853 года, где он повстречал Уильяма Холмана Ханта, одного из основателей братства прерафаэлитов, под влиянием которого некоторое время творил. Под впечатлением красот Египта и Палестины художник провел там более года. В Англию вернулся через Францию в 1855 году. Открыл в собственной мастерской выставку восточных картин, привезенных из последней поездки. Работы, представленные художником на летнюю выставку Королевской академии, были отвергнуты жюри. В том же году по материалам путешествия он начал одну из самых значительных своих картин «Арабские путники в пустыне». Седден работал над полотном в течение зимы 56 года, намереваясь вновь пытать счастье на выставке Академии. Но картина так и осталась незавершенной. В октябре 1856 года художник вновь отправился в Восток, чтобы, подобно его друзьям Ханту и Лиру, писать виды Мертвого моря и недр Ливана. Поездка стала последней для него. В пути он заболел дизентерией и умер в Каире 23 ноября 1856 года. Год спустя Общество искусств при поддержке друзей художника организовало его посмертную выставку, на открытие которой выступил Прёст. В 1858 году в Лондоне была издана переписка Седдена. Ну вот так, вкратце немножко, все, что есть, я пользовался Википедией, какими-то источниками в интернете о Томасе Седдене, британском художнике, пейзажисте, ориенталисте, представителе прерафаэлитизма. Все, пока-пока, до свидания. Да.